Приветствуем вас на канале Жужжалинда. На нашем канале мы размещаем для вас полезные обзоры товаров, услуг и цен, а также даем отзывы на те товары и услуги, которыми пользуемся сами. Благодаря этому вы сможете оценить, что вам подходит, а что нет, и ваши покупки станут более выгодными и удачными. Сегодня вы увидите примерку обуви в магазине «Фамилия». Магазин находится по адресу: город Москва, метро Водный стадион, улица Авангардная, дом 3. Приятного вам просмотра! Так, начинаем с этой модели. Вот, это натуральная кожа. Интересная, довольно-таки да. Оригинальная. Вот можно в таком виде носить, да, а можно вот здесь так, вот здесь шнурочек, есть да. Дырочка для шнурка, то есть можно... Да, ну мне больше вот так нравится. Так нравится, да? Нет, ну если на более прохладную погоду, да, то, наверное, можно зашнуровать до конца. Производство Индия. Да, мы посмотрели на бирочке, что это Индия. Стоимость 3 499 рублей, в других магазинах 7 990. Ну, вполне удобно, возможно. Да? Я ты имеешь в виду, что стоимость выше? Да, потому что качество хорошее. По ощущениям, как тебе? Очень удобные. Так, и сейчас я покажу, что с платьем они смотрятся классно. И они подходят теперь по цвету. Сейчас мода демократичная, и в принципе под платье можно достаточно широкий спектр обуви. Удобные, удобные, теплые, широкая колодка. На среднюю, на широкую ногу будет очень хорошо. Ну, смотрятся стильно. Стильненькие, да. Все удовольствие, это зима. 3500. Не сделано, видно, что качественно. Да, качество очень удобное. Прям мой любимый размерчик. Супер. Следующая модель. Зимние ботинки называются, но вообще это кроссовки. На меху. Страна-производитель Китай. Мы посмотрели на бирочки. Стоимость. Сейчас я вам скажу. 2499, в других магазинах 4290. Ну, смотрятся классно. Удобно? Удобно. Мягкие. На виде, ну, 39 мне, размер. Да, 39 размер. Но мне кажется, конечно, качество средненькое. Да? Да. Это по каким я ощущениям? Я не знаю. По тактильным ощущениям. Ну, это однозначно кожзам. Угу. Нет, ну, конечно, и белый цвет, он не очень практичный для нашей зимы. Нет, это зима. Это зима. У нас зима в основном грязная. Бывает. Это зима. Для зимы-то наоборот белая нормально. Ну, это должна быть снежная. Ну, очень удобная. Зима. У нас, знаешь же, на дорогах что происходит? Очень удобная. Да? Угу. Ну, вот это плюс. Стоимость невысокая. Да, 490. Для зимней обуви. Тоже. Но себе ты бы хотела бы? Вопрос. Понятно, нет. Нет. Озвучивай. Эти нет точно. А вот те розовые взяла бы. Которые первые мы показывали. Да, да. Ну, молодежи, мне кажется, такой формат и обувь такая подойдет. Я тоже думаю. Ну, удобные. Удобные на самом деле. Так. Это... полуботиночки из лакированной кожи, искусственной, написано на этикетке. Производство Китай. Да, и стоимость 1500 рублей. Нет. Нет? 1999. Две. Две тысячи рублей, простите. И это 39 размер, но... Они тебе большеваты, да? 38 с половиной, мой размер, 38, 38 с половиной.
А Китай в основном я беру 39-й, ну, если что-то там. Но да? Они, как правило, даже маломерят. Даже некоторые там и Италия, 39-й, если что-то маломерят. И это реально большие мерки. То есть я думаю, что это на 40-й. Даже. Так, да? Мне два размера прям в лед. Оно видно. Вот. У меня вот. И вот. Сзади по пяточке видно, что. Ну, здесь-то я подзатянула, но здесь вот так вот пальцы. Так, смотрим издалека, как они смотрятся. По ощущениям. По ощущениям нормально. Комфортно, да? Комфортно, но они мне велики. Прям велики хорошо. Но они широкие. И большие. И видно. Большие. Как они будут носиться вот с точки зрения пяточки по размеру. Хотя пяточка мягкая. Вот там. Ну, великовато. Понятно. И все-таки лак, он нарядный. Цвет красивый. Но лак не долговечный, то есть в качестве основной обуви это брать нельзя. Он очень привередливый. Да. Это можно брать в качестве вот, ну, изредка. Парадно-выходной обуви. Да. Да. Такие высокие. Еврозима, натуральная кожа, натуральный мех, точнее замша натуральная. 39 размер, да, мы меряем. 39 размер. А, удобно. Резинка на... Вот они на икре. На икре, да. То есть у меня... То есть на полноту ноги они... Да, у меня сейчас достаточно полная нога. Но они будут как раз. Здесь просто вот эти штуки мешают, но они реально будут как раз. Ну, это, кстати, очень удобно, потому что меня раньше всегда сталкивалось, что обувь не подходила именно по полноте. Тоже каблук высокий, но колодка удобная. И еще удобная за счет того, что достаточно широкая. И каблук широкий, и колодка широкая. Слушай, ну мне нравится, как они выглядят. Как тебе? Прикольно, да. Нет, мне вообще так обувь люблю, именно чтобы было в ней удобно. Длина не моя, конечно. Длина чего? Сапог. Ну, смотрится классно. А высота каблука, интересно. Сантиметров 10? Да. Но удобнее. Ну, оно видно, что, во-первых, каблук устойчивый. Угу. И цена? Ой, запамятовала я. 4 тысячи. Почему длина не твоя? Классно смотрится очень. Ну вот с таким платьем, да. Здорово. Мне понравились. Хотя замша, она тоже привередливая. Она привередливая, очень. Но она нарядная. Она нарядная и при должном уходе. Она всегда относительно кожи выглядит очень эффектно. Это правда, не поспоришь. Ну и не на каждый день все равно. А ну, учитывая наши реагенты наши реагенты на дорогах. Да. Даже при езде на машине. Да, да, да. За ней нужно тщательно ухаживать. Да, ну прям. И все равно разводы очень остаются. Даже, классно, даже. Понравилось, да? Угу. Здорово. Так, и они тебе как раз? Они мне маловато. Маловато. Но это 37 размер, я хотела их померить. Они реально где-то на 38, потому что они мне чуть-чуть вот, впритык. Даже не маловато, а впритык. Поэтому они тоже не маломерки. Страна-производитель – это Турция. Стоимость сейчас 1799 рублей. В других магазинах. О, внимание, 13 599. Я не знаю, в каком это магазине такое может быть. Если только в ЦУМе, но в ЦУМе Но по качеству они туда не подойдут. Да, это не тот вариант. Да, вот. Ну, в общем, не важно. Ну, они как выглядят, они стоят на ту сумму, на которую. Да. Которая там указана, на 1799 рублей. Обычные уги.
кстати, на садоводе за эту стоимость можно купить получше. Да? Да. Ну, я покупала позапрошлом году за 3000 уги натуральные, классного качества, да. Эти проигрывают намного. Да. Да. Так, смотрим следующую пару. Страна-производитель Вьетнам. Стоимость 2799. По ощущениям как? По ощущениям они мне велики. Хотя это 39 размер, да, который ты обычно и носишь. Да. Это где-то вот на 39,5. Точнее, это реально на 39, наверное, потому что у меня где-то 38,5. Ну, просто мы привыкли, что да, большинство обуви маломерит. Маломерит. А это, наверное, вот размер в размер идет все-таки. Так, сейчас я покажу поближе здесь. Вот такая вот вставка вязаная. Она вшита. Тридцать девятый размер. Страна-производитель Китай. Стоимость, сейчас мы вам скажем, стоимость 4799, в других магазинах 8470. Натуральная кожа, натуральный мех. Это зима. Евро, наверное, зима, да? Мне показалось, там тоненький мех. Да. По ощущениям как? Удобно? Да. Нормально, но сейчас... Размер в размер, да, наверное? Размер в размер. Ну, на 38. Понятно, 38... Ну, у меня 38, мой 38 я ношу. Да. Поэтому на размер поменьше. Так, давай покажем сзади, как они. Тут такие интересные модные штучки. Вот такие бы ты себе взяла? Ну, наверное, нет. Хотя они вполне приличные. Я думаю, что и качество прошито. Видишь, как носиться будет хорошо. Подошва такая удобная. Ну, понравились. Понравились. Понравились, да. Угу.